очереди. Не пойму, зачем Хацкевич это делает. Защитник киевского «Динамо» намекнул на уход из команды. Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачереди подтвердил информацию об отстранении от тренировок с первой командой и заявил, что не отказывался выходить на замену в матче с Лацио. Все обсуждают информацию, которую озвучил Хацкевич, что вы отказались выходить на замену на поле в матче с Лацио. Почему так случилось? Я отдал «Динамо» все свои силы и посвятил практически всю карьеру. Если надо будет в «Динамо» стать на ворота, поверьте мне, я туда стану, если это поможет моему клубу. Мне никто не предлагал выходить играть левого центрального защитника в матче против Лацио. Когда я услышал это заявление главного тренера, что я отказался выходить на этой позиции, мне было по-человечески очень обидно и неприятно. Я не пойму, зачем Александр Хацкевич это делает. Как вы восприняли решение, что вы вне заявки на матч с Ворсклой в дальнейшем будете тренироваться по индивидуальной программе? Да, я вне заявки на эту игру, как и на некоторые предыдущие. Это решение тренера, и на это я повлиять не могу. Но я остаюсь профессионалом, как это требует мой контракт. Я буду ждать своего следующего шанса, чтобы помочь клубу. На данный момент я занимаюсь по индивидуальной программе. Есть ли шанс, что вы продлите контракт с «Динамо»? На данный момент я игрок «Динамо» Киев и, по крайней мере, буду им еще до лета. Хочу вам сказать одно. Перед вами один из самых преданных фанатов «Динамо» Киев с одной стороны, а с другой – профессионал своего дела, своей семьи и своей карьеры. Очень часто в профессиональной жизни наступает момент, когда необходимо принимать кардинальные решения, касающихся своей карьеры и дальнейшей жизни. Чаще всего этого не понимают люди, болельщики и руководство. Но это моя жизнь, и за все принятые мной решения отвечать буду только я и никто другой. Появилась информация, что перед вами задержка по выплате зарплаты за 7 месяцев. Это правда. Без комментариев, сказал Хачереди в комментарии Tribune.com. Ранее сообщалось, что Хачереди может продолжить карьеру в России. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.